Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Я тебе так скажу, моя дорогая, вот как только почувствовала, что начинаешь хандрить, вот прямо на старте, собираешься и сюда, сразу сюда, в молодежный. Я тебе так скажу, в магазине «Молодежный» очень красивая новая коллекция «Осень-зима». Причем здесь ты можешь купить все, от пуховиков до домашнего уютного красивого трикотажа. Здесь представлены лучшие российские и белорусские бренды, а значит качество, а также весь размерный ряд, что немаловажно, согласись. Что мне нравится в «Молодежном»? По всему магазину зеркала во весь рост. Вот идешь, а тут везде красота. Классный, да? На осень, на зиму такой мягенький, такой тепленький. А еще юбочка. Пойдем, я померю, ты скажешь, как мне. Ну что, может быть, вдарим по классике? Представляешь, надеваешь такой костюм и все. Ты сильная независимая женщина. Хочешь такой быть? Тогда иди и примерь. О, мимимишка, какая классная. Между прочим, у меня недавно день рождения был. А ты мне ничего не подарила. Не хочешь мне сделать подарок? Ну что, хандра прошла. А я тебе о чем говорила. Стоит только зайти в «Молодежный». Все, как рукой снимет. Я умею завязывать галстуки, а ты умеешь? Ну, понятно, муж умеет, а ты? Нет? Сейчас научу. Тебе нравятся мужские рубашки? Ну, в смысле, мужу твоему нравятся рубашки, да? Какие больше предпочитает? Классические? А, приталенные, итальянские. Ой, можно подумать, ты разбираешься в мужской моде. Ну ладно, не обижайся. Я же любя. Иди сюда, смотри, какую красоту покажу. А? Хватит тебе промерять. Запонки. Не каждый мужчина умеет носить запонки. Зато если ты его видела, мужчину в запонках, это много о нем говорит. Ну, вот представь, в элегантном костюме, еще с такими аксессуарами. Ну и что, что у меня уже 10 шапок? Будет 11-я. Ну что, научилась? О, неплохо, молодец.